Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Георгия Гречко похоронили на Троекуровском кладбище в Аллее космонавтов. Первые навсегда покидают нашу планету. Ушел, но оставил очень большой след. Первое, как специалист, второе, как инженер, третье, как исследователь, пытливый, дотошный, добравшийся до сути того, что происходило. То, что сегодня над нами летает, объект удивительный, объект творения разума человеческого. То, что там сейчас работают люди, а вчера только лишь вернулись в этом заслуга человека, который перед нами сейчас лежит. Сожалеем, что нет. Ну уж так устроена жизнь. И то, что он сделал, это будет продолжением наших работ в ближнем и дальнем космосе. Я не знаю, что еще можно сказать. Я знаю только одно, что мы должны помнить об этом человеке, вспоминать добром то, что он сделал добром. Спасибо тебе, Жора. Мы тебя так звали.